Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 26 мая. И на сегодняшний день так выглядят наши пеларгонии с микоризой. Вот столько микоризы, но они в воде стоят. Полили сегодня. Вот так вот уже корешочки выдвигаются. Такие вот уже саженцы. Это последние. Всего, конечно, должно было быть еще столько же семян прорасти. Но проросли только это количество. Ну, я и этому рада. Скоро уже буду высаживать грунт. Пока еще не осмеливаюсь, потому что... У нас очень сильно ветрено. Сейчас перейду на грядку, где я посадила предыдущие пеларгонии, покажу, как они сейчас выглядят. Итак, я на грядке, которую обещала вам показать, с пеларгониями. Специально их посадила рядом с самшитами, чтобы микориза прикрепилась к корням самшитов. Даже уже есть цветы. Такие хорошие кустики получились. Спасибо вам за внимание. Встретимся в новом видео. Пока-пока.